Сегодня вы узнаете, как случилось, что уникальное свидетельство истории Нижегородского края нашли не археологи, а обыкновенные туристы, и как уцелели остатки беляны, древней плоскодонной барки, которая использовалась для сплава леса. Правда ли то, что все жители оккупированной Германии и Болгарии приняли немецкую армию практически безо всякого сопротивления? Доктор истории, профессор Варнинского университета Румяна Михнева расскажет правду о болгарском подполье. Почему о рукописном издании Максима Горького «Сорентийская правда» долгое время знали только на Лубянке? Институт мировой литературы и искусства имени Горького открывает неизвестные страницы из жизни писателя в Соренто. Почему книгу Софьи Федорченко «Народ на войне. Фронтовые записи», в которой она собрала все, что слышала, находясь на передовой в годы Первой мировой, сначала называли пронзительным документом эпохи, а потом вдруг подвергли остракизму? Как возник императорский орден святого благоверного князя Александра Невского? Кого им награждали? Каков его внешний вид и правила ношения? Как изменялся статут ордена на протяжении 2,5 столетий? Неизвестные истории его кавалеров. Летом 2014 года внимание туристов, проплывавших по реке Ветлуги, привлекли выступающие из воды обветшалые бревна. Даже не сами бревна, а огромные старинные гвозди, торчавшие из них. Туристы сообщили о своей находке нижегородским археологам. Когда я увидел остатки деревянного судна, да еще соединенного кованными гвоздями, да еще возникло у меня предположение, что это топорная работа, то есть все сделано при помощи топора, я сразу же понял, что мы имеем дело, в принципе, с хорошим таким научным открытием. Копать. Первая мысль была копать. В ветлужских лесах и сегодня можно легко заблудиться. А уж несколько сотен лет назад и подавно леса дремучие, дорожки узкие. Здесь промышляли шайки разбойников. Один из них, грозный Ляля, стал героем поэмы Николая Рубцова. Говорят, что сам Степан Разин со товарищи не гнушался здесь разбойничьего промысла. А уж сколько было одиноких, лихих людей, выходящих на дорогу с топором. Вот поэтому-то купцы и предпочитали водные пути сухопутные. По воде сплавлялся и лес, чтобы избежать потерь, которые неизбежны при малевом сплаве, когда лесоматериалы транспортируют не связанными между собой, на Ветлуге собирались специальные суда – беляны. Беляна – деревянная некрашенная плоскодонная барка, использовалась для сплава леса по Ветлуге, Волге и Каме в 19-м – начале 20 века. Длина корпуса до 100 метров, ширина 25 метров, высота 5 метров, грузоподъемность до 10 тысяч тонн. Корпус был сделан из лучших лесоматериалов, он не смолился, оставался белым, что определило название судна. Беляна – это такое одноразовое судно, которое строилось, загружалось, причем загружалось уже полезной древесиной, а именно брусьями, досками, шпалами. И ее плавом сплавляли вниз по Волге, сначала по Ветлуге, потом по Волге, в безлесные губернии, в Астраханскую, в Царицынскую. А там уже беляны разбирались полностью. До последней дощечки в дело шло все. И то, чем она была нагружена, и корпус. Между прочим, вся старая Астрахань, еще деревянные дома, которые остались в Астрахани и в области, они все построены из нашего ветлужского леса. Беляна – это народное судно. Делалось оно не по чертежам, а на глазок. И в каждом районе Ветлуги жили мастера, которые работали по своим традициям и секретам. Сохранилось около десятка исторических фотографий беляны, по которым музеи воссоздали макеты. Это, наверное, нечто усредненное между всеми белянами. Но автор Николай Александрович Карпунин, судомоделист нижегородский, опирался как на фотографии, так на единственный сохранившийся чертеж беляны. Но этого чертежа тоже, знаете, интересная очень судьба такая. Обычно чертежи для чего делаются? Для того, чтобы по этим чертежам что-то изготавливать. А здесь с точностью до наоборот.
В красной баке приехал из Санкт-Петербурга судовой инженер, и когда он увидел Беляну, он был поражен этим судном, просто поражен, потому что нигде подобного ничего не делалось, и он зачертил его, то есть сделал чертеж уже на основании того, как он видел, как это судно строили. И таким образом это единственный чертеж Беляны, который вот дошел до нас. Но по нему, конечно, никто ничего не строил, это как бы он сохранил для потомков. Управлять Беляной – особое искусство. Ни двигателя, ни тормозов у такого судна не было. Главной движущей силой было течение. Но в исторических документах нет никаких свидетельств о крушениях Белян. Не сохранились и сами суда. Археологи, уже третий год ведущие раскопки на Ветлуге, осмотрев неожиданную находку туристов, пришли к выводу – это остатки Беляны. Что с ней случилось? Она сгорела. То есть она была, скорее всего, построена в городе Ветлуга. Вышла, когда вода пришла до нужного уровня, она вышла оттуда, все, ее стали сплавлять, и она почему-то загорелась. Почему, понятно, сейчас уже не выяснишь, это было очень давно. А ведь представляете себе, когда такое количество высушенного леса горит, да, то ведрышками не потушишь. И понятно, что оттуда все в воду попрыгали, ткнулся он в берег, ну и сгорел по ватерлинию. Дальше просто вода не пустила. Да я думаю, что люди все разбежались. И, может быть, хозяин-то этой Беляны уже позже узнал, что она сгорела, потому что сгорели очень хорошие деньги. Вот, я думаю, люди от ответственности сбежали даже. Действительно, остатки судна сильно обуглены, везде видны следы пожара. А над ними лежат речные наносы 4-метровой высоты. Ученым еще долго предстоит копать землю лопатой и вывозить ее тачками. До шпателей и кисточек пока далеко. Никто не ожидал такого объема работ. Не предполагали, что судно окажется таким огромным. Шутки ради пересчитали количество снятой земли на КамАЗы. Получилось больше 220 машин. Пройдет время, и Беляну освободят от многовековых наслоений. Какая судьба ждет этот уникальный памятник деревянного кораблестроения? Можно по-разному распорядиться. Можно оставить там как объект, да? То есть вытащить ее, поднять повыше на берег, сделать там музей. Можно, конечно, перевезти ее в город Ветлугу, где, скорее всего, ее сделали. Но тогда там нужно будет тоже ее и обслуживать, и все. Такой квалификации реставраторов там нет. Я, конечно, считаю, что здесь под нее сделать помещение отдельное в Нижнем Новгороде, перевезти ее сюда, здесь ее отреставрировать. Можно будет даже процесс реставрации показывать. Это тоже будет очень интересно людям посмотреть. Ну, вот. Ну а потом, после реставрации, уже полная музеификация. И это будет как очень хороший задел для музея флота или вообще музея Волги. А это значит, что ветлужская Беляна совершит еще одно путешествие до своей последней стоянки, где станет не просто туристическим объектом, но и памятником мастерству народных умельцев. Откроет еще одну страницу исторического прошлого страны. В августе 1944-го одна из знаменитых операций советских вооруженных сил, Яско-Кишиневская, завершилась освобождением Молдавии, а румынская армия была полностью выбита из войны. Советские войска вошли в Варну и двинулись дальше через всю Болгарию. Без боев, без единого выстрела, как пишут историки. 8 сентября уже советские войска были. Первые отряды, которые входили в город. А потом маму случайно ранили. Они, конечно, они не в нее стреляли в моего отца, но ранили ее. Значит, выстрелы все-таки были? Но кто стрелял? Почему мишенью стали совсем юные жители Варны, будущие родители болгарского историка Румяны Михневой? Все дальше и дальше уходит Вторая мировая война. Все больше появляется в Европе теории о том, кто развязал войну, кто внес решающий вклад в победу над нацизмом. Но пока жива семейная память, жива и правда.
когда мне говорят, что не было фашизма, я обычно достаю эти фотографии, потому что они любили еще фотографировать. Гонения партизанских отрядов с жуткими жестокостями. Жандармерия просто не вылазит из лесов за отрубленную. Для того, чтобы доказать, что ты на самом деле убил партизанина, нужно было отрубить голову, отнести, получали 50 тысяч лев. Просто это невероятно, нельзя подумать, что это было возможно. Но это было. 63 миллиона левов потрачено с 41 по 44 на выплаты за расправы, которые чинили над соотечественниками местные добровольцы. Вот так. Одни своих же убивали, другие ежедневно рисковали жизнью, действуя в партизанских и антифашистских подпольных отрядах. Мой отец, он был то, что у нас в Болгарии называется боевая группа, не знаю, как на русском. Это были молодые люди, подпольщики, которые занимались подрывной какой минной деятельностью. И мой папа человек, который совершил первый террористический, как теперь называют, акт против немцев на болгарской территории. Они поставили взрывчатку под эшелоном с авиабензином на вокзале Варны. Только за июль 41-го группа, в которую входил отец румяный Ангел Ангелов, совершила 18 таких подрывов. Но уже в сентябре, видимо, по доносу, подпольщиков выследили и арестовали. Всех до одного. А в живых оставили только несовершеннолетних, кому еще не исполнился 21 год. Ангелу было 18. Там очень тяжелая история была с его напарником Георгием Григоров, когда состоялось задержание, его ранили в позвоночник, и он был парализованным. В таком состоянии его пытали, не только пытали, его отвезли в Софию, в главную дирекцию полиции, потому что их интересовала, конечно, больше всего связь с советской разведкой, которая работала в этом приморском городе. Это стратегическая, как известно, база была для немецких подводных лодок, для немецких кораблей в Черном море. И потому как он... Они ничего не узнали, и именно такого парализованного парню тогда было 22 года, его повесили. По приказу царя Болгарии Бориса III бунтовавших по всей стране молодых людей помещали в Варнинскую тюрьму. Там оказался и Ангел. Это уже 50-е годы. В военное время было не до фотографий. Ангел провел в заключении 3 года, возглавил там тайную партийную организацию и называл потом тюрьму своим университетом. Нелегальным путем им привозили учебники, истории, марксистская всякая литература. Они создавали, вот, выписывали и по этим кельям разносили и читали. А в 43-м уже в ту же тюрьму попала и мама Румяны Михневой, Верочка Врубанова. В Варне был очень большой, так называемый, большой молодежный провал. И где-то 150 студентов и учеников мужской и женской гимназии города арестовали за то, что они стали членами подпольной комсомольской организации. И мама была секретарем этой организации в девичьей гимназии в Варне. Маленькая девочка по имени Велечка была такой щуплой, что ей оказались велики наручники, и такой дерзкой, что бывала неоднократно бита. Она говорила, что труднее всего смотреть, как у тебя на глазах кого-то убивают. Это гораздо, гораздо... Ты сам можешь терпеть, но когда бьют. И всегда у нее осталось такое ужасное воспоминание, как одного партизана маленького, ну, молодого, допрашивали и стали прыгать жандармеристы, вот этот полицейский, который вел допрос, стал прыгать ему на грудь прямо с таким прыгать. И она слышала, как этот хруст этой парень скончался. Ужасно. Я не могу об этом спокойно. Не надо было вспоминать это. Она всегда плакала. Надо же было пройти все эти круги ада. Боль, страдания, смерть друзей, унижение, чтобы именно там найти своего ангела.
И когда их выпускали во двор, там у них был человек, который отвечал за физзарядку. И вот мама, потому что она была очень такой подтянутой гимнасткой, она, значит, руководила этим занятием спортом, а, конечно, парни находили возможность подглядывать в ту сторону этой тюрьмы. И так мама понравилась папе. Дорогая моя любовь, любимый друг, пишу тебе пару строчек, зная, что ждешь. В сентябре 44-го они радовались приходу в Варну русских солдат, освобождению из тюрьмы, тому, что вместе. Они гуляли по родному городу, свободные и счастливые, когда раздались два выстрела. Обе пули, выпущенные из немецкого шмайсера, достались Велечке. Но ранение было легким, и хочется думать, что зло оказалось бессильным против большой любви. 9 сентября 1944 года в Болгарии, союзнице Германии, произошел государственный переворот, названный Народно-демократической революцией. Прогерманский режим пал. К власти пришел Отечественный фронт, сформированный из антифашистских партий. Советские войска прошли через всю Болгарию без боев и без единого выстрела. Апрель 1924 года, Соренто. Максим Горький с удивлением и гневом узнает журнал «Беседа», который он издает, запрещен в СССР. Горький возмущен, ведь ему обещали, что журналу препятствовать не будут. Предельно аполитичный, он должен был стать мостом, соединяющим советскую интеллигенцию с миром. Но запрет был окончательным и отмене не подлежал. Тогда, видимо, и возник рукописный альманах Горького «Сорентийская правда», несколько номеров которого бережно хранятся в архивах Института мировой литературы и искусства имени Горького в Москве. Долгое время о нем знали только на Лубянке. Довольно. Довольно с нас засилия специалистов, профессионалов прекрасного, сторожей истины. Сорентийская правда открывает страницы для тех, кто еще не сказал своего слова. Статьи, рассказы, стихи читателей, картины зрителей, воспоминания посторонних свидетелей, путевые наброски домоседов – наш лозунг «Слово за бессловесными». Такой декларацией открывался первый номер «Сорентийской правды», рукописного альманаха, издававшегося при деятельном участии самого Горького и его многочисленных домочадцев в одном экземпляре. Горький жил тогда в Соренто. С ним сын Максим с женой и двумя дочерьми и гражданская жена Горького Мария Будберг. Наезжали гости из СССР и эмигранты. Главным редактором «Сорентийской правды» был Максим. Он же отвечал за оформление. Авторы тоже были из своих. Правда, с оговоркой. В журнале имели право публиковаться только любители. В столовой висел специальный ящичек, куда тайком складывали рукописи. И горе тому патентованному писателю, чей почерк или стиль разгадает суровый главный редактор. Рубрика «Почтовый ящик» Максиму Горькому. Патентованных писателей не печатаем. Рукопись в корзине. Вилла, на которой обретался первый официальный советский классик, именовалась «Ильса Рита» — «Улыбка». Жизнь на вилле и правда казалась текла беззаботно. Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков Горький обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал «Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух! Как зажаривают!» Вячеслав Ходосевич, воспоминания о Горьком.
Нигде Горькому не писалось так, как в Италии. В Соренто были написаны роман «Дело Артамоновых» и почти целиком эпопея «Жизнь Клима Самгина». У него был такой режим, что он вставал очень рано, вот, выпивал чашку кофе, съедал яйцо и садился работать. И уже работал, пока вот никто ему не мешал, потому что потом уже приносили письма, приходили визитеры, и семейные какие-то там дела начинались. Вот. Пожалуй, это были самые радостные годы в жизни Горького. Подрастали внучки, рядом был любимый сын, вокруг ласковая Италия и жизнерадостные итальянцы. Итальянцы, как нация, ему была очень симпатична. Они отвечали его представлениям о том, каким должен быть человеком. Свободолюбивым, красивым, темпераментным, музыкальным. Итальянцы тоже искренне любили Горького. Максим Горький был очень важным человеком для города Соренто. С 1924 по 1933 годы, в течение 9 лет, он был центром европейской и русской культуры в нашем городе. Горький хорошо здесь прижился и был желанным гостем в домах сорентийцев. Он был одним из нас. Литературные шалости вписывались в этот образ жизни вполне органично. Мысли читателя. Будучи заточен на острове Капри, Максим Горький воображает себя Наполеоном, слышал от очевидцев. Но за этим радужным фасадом скрывалось и другое, темное, тяжелое. 13 июля 1924 года он писал мне из Соренто. Тут, знаете, сезон праздников, чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и ликование народа. А у нас, думаю я, и, извините, до слез, до ярости, завидно и больно, и тошно, и так далее. Вячеслав Ходосевич, воспоминания о Горьком. Горький уехал из СССР в 1921-м, когда осознал, его понимание нового человека и цели революции кардинально расходятся с мировоззрением новой власти. Попытки в одиночку спасать интеллигенцию и культуру ни к чему не привели. Гумилева расстреляли, Блок умер, не дождавшись разрешения на выезд. Заступничество Горького не помогло. Но советской власти Горький был необходим. Ведь на тот момент он был, пожалуй, самым известным русским писателем в мире. Была развернута целая кампания по возвращению буревестника революции на родину. ОГПУ сплело тесные сети вокруг писателя. Вернуться его уговаривали все. И гражданская жена, по совместительству агент Ягоды, и любимый сын Максим, и многочисленные корреспонденты из страны Советов. Потом выяснилось, что это были чекисты, которому было дано задание писать ему письма от лица простого народа. Что вот мы хотим, чтобы вы вернулись, вот мы вас так ждем, и так далее, и так далее. Впрочем, Горький получал и другие письма с просьбами о помощи, с честными рассказами об ужасах, творящихся в стране. Почему он не поверил этим людям? Почему не услышал их? В 1932-м Горький окончательно приехал в СССР. Окруженный почетом и агентами ГПУ, он прожил еще несколько лет. Потерял сына, Клима Самгина так и не дописал. Кто знает, жалел ли он о принятом решении навсегда покинуть Соренто, где был по-настоящему счастлив. Перечитывал ли привезенные с собой 4 тетрадки сорентийской правды? После смерти писателя это напоминание о беззаботной жизни в Соренто сразу было засекречено. Идолу советской культуры не пристало пародировать главное издание страны, газету «Правда» и сочинять беззубые шутки. Как громом меня-то война шила. Только что с домом справился, пол наслал, крышу перекрыл, денег кое-как разжился. Вот, думаю, на ноги стану, не хуже людей, а тут, пожалуйста. Сперва было пить задумал, а только сдержался. На такую беду водка не лекарство. Эти строки принадлежат писательнице Софье Федорченко.
Впрочем, в предисловии к первому изданию своей книги «Народ на войне. Фронтовые записи» сама она утверждала, что только записывала то, что слышала вокруг, когда находилась на передовой Первой мировой в 1915 году. Эти слова роковым образом повлияли на судьбу книги и жизнь самой Федорченко. Книга «Народ на войне» вышла в 1917 году, и Федорченко, что называется, проснулась знаменитой. Ни историк, ни социолог, ни беллетрист, ни политик не имеют права не знать этой книги, заявил известный в то время журналист «Не буква» Илья Василевский. Александр Блок в дневнике отметил: «Записи солдатских бесед, подслушанные каким-то Федорченко, выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти, темноты, но хорошо, правдиво и совестно». В таланте, разумеется, не откажешь. Хотя мне многое режет глаз, но, может быть, это еще связано с моим профессиональным опытом, потому что я как раз понимаю, насколько это на самом деле все равно далеко от тех реальных речевых практик, которые тогда были. И это понятно, ведь текст Федорченко был полностью авторским, хоть и был создан благодаря живым впечатлениям, полученным ею за 2 года, проведенных на фронте в качестве сестры милосердия. Она была начинающий автор. Она была в себе неуверена. И она боялась негативных оценок, критики. И поэтому она решила отодвинуть себя в тень как автора и выдала вот это свое произведение за фольклорные записи. Так книгу и приняли. Ее называли уникальным документом эпохи. Ее цитировали и перечитывали. На людей всегда такого рода вещи, вот документальная или псевдодокументальная проза, повествующая, ну, о каких-то катастрофических и трагических вещах, она действительно производит сильное впечатление. Софья Михайловна написала 2-ю часть книги «Революция». Она вышла в 1925-м, тоже имела успех, и писательница принялась за 3-й том «Гражданская война». И тут неожиданно разразился скандал. Журнал «Новый мир» с июля 1927 года начинает печатать роман Алексея Толстого «18-й год», в котором кусками цитируется «Народ на войне» без указания автора. Да и другие писатели с удовольствием цитируют Федорченко, будучи убеждены, что это живая речь русского народа. Ее не воспринимали как автора, ее воспринимали просто как вот фольклориста, который записал вот эти вот все беседы. Федорченко решила прояснить ситуацию. В октябре того же 1927 года в «Вечерней Москве» вышла заметка «Талант правды». В ней были приведены фрагменты беседы автора с Софьей Федорченко. Поначалу я думала написать нечто вроде военного дневника. Пробовала разные формы, даже форму романа. Потом решила записать свои впечатления в наиболее простом виде. Конечно, были и сами солдатские разговоры, и записи. Но авторское самолюбие взяло верх. Софье Захарне хотелось и признания собственных заслуг. Но все обернулось против нее. После ее признания о том, что вот эта книга не является аутентичной фольклорной записью, а является плодом, в основном плодом художественного творчества самой Федорченко, к ней стали относиться предвзято, против нее началась кампания, достаточно жестокая такая литературная травля. Инициатором ее был Демьян Бедный, ну и многие присоединились. 19 февраля 1928 года в «Известиях» вышла статья Демьяна Бедного «Мистификаторы и фальсификаторы, не литераторы». «Народ на войне, как сырой материал, как немудрые записи подслушанного у народа, как неопороченное свидетельство и мелкую какую цену, но как обнаруженная мистификация, он ломаного гроша не стоит». Демьян Бедный. Максим Горький, Корней Чуковский, другие видные литераторы взяли Федорченко под защиту, но это не помогло. Ее перестали печатать. Запретили даже детские книжки и сценарии для кукольных спектаклей. Для Софьи Захарны это был тяжелейший удар. Некоторые товарищи по профессии, прежде незаслуженно называвшие меня классиком, также незаслуженно стали называть бракоделом.
Софья Федорченко, автобиография. Как несправедливо это было по отношению к книге и ее автору. Эйзенштейн сравнивал «Народ на войне» с Улиссом Джойса, а Волошин говорил, что по сравнению с прозой Федорченко сам Чехов может показаться растянутым. Безусловно, книга Федорченко имеет большую ценность как источник эпохи, как художественный документ эпохи, скажем так, не как фольклорный документ, а аутентичный, а как художественный документ эпохи. Третий том так и не вышел. Последние годы жизни слепая, глубоко больная Софья Федорченко провела в Тарусе. В 1957 году она пыталась добиться издания всех трех томов в одной книге. Это ей так и не удалось. Полный текст книги «Народ на войне» был напечатан только в 1990-м, когда писательницы уже не было в живых. Сережа Каренин, светлый герой великого романа Льва Толстого, узнав о награждении отца орденом, задался вопросом, что больше Александра Невского? Учитель ответил, что Владимир, а выше всего Андрей Первозванный. А выше еще Андрей, не унимался мальчик. Как просто в этой беседе звучат названия высших наград империи, будто имена друзей – Владимир, Андрей, Александр. А ведь полное название обсуждаемой награды – Императорский орден святого благоверного князя Александра Невского. Получение и ношение орденов – это часть повседневной жизни каждого, кто служит государю. Это житейски привычно. Отсюда и такие домашние названия наград. Хотя у каждого ордена грозное прошлое. Петр I свято чтил память князя Александра. На том месте, где его дружина разгромила шведское войско, царь основал Александро-Невский монастырь, будущую лавру. Он перевез в этот монастырь останки князя и намеревался создать орден его имени, чтобы награждать своих соратников за боевые заслуги. Не успел. Ранняя смерть помешала. Спустя полгода после этой внезапной смерти орден Александра Невского возложила на себя вдова Петра Екатерина, уже императрица. Золотой крест нового ордена был великолепен. В центре изображен князь в алом плаще на коне. Алые лучи креста соединяются с распростертыми крыльями золотых орлов. Красная лента, несущая крест, перекинута через левое плечо. На серебряной звезде ордена девиз «За труды и Отечество». В один день с Екатериной этот третий по счету орден империи получил герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готорпский, племянник шведского короля Карла XII и супруг Анны, дочери Екатерины и Петра. Награждены были также короли Польши и Дании, семеро знатных иностранцев, а из подвижников Петра семеро соратников в боях, среди которых Меншиков и Брюс и пятеро штатских. Так что не стал орден святого Александра Невского исключительно военной наградой, какой видел ее Петр. А слова статута этой награды «заслуги, открывающие путь к достижению сего ордена законом не означаются», говорили о том, что каждое награждение определялось исключительно государевой волею. Воля эта избирала, как правило, людей наивысших чинов, не ниже, чем генерал-лейтенант, тайный советник, представители правящей элиты зарубежья. За первые 100 лет ордена появилось более 1000 его кавалеров. Особенно много тех, кто служил в годы, озвученные неофициальным гимном России «Гром победы раздавайся, веселись, храбрый рос». Автор этих строк – поэт и ревностный служака Державин, кавалер Александра Невского.
Среди тех, кто создавал эти громы победы, и легендарный флотоводец Ушаков, и герой морских сражений Иван Ганнибал, о котором внучатый племянник писал: «Пред кем средь чесменских глубин громада кораблей вспылала и пал впервые на Варин». Кавалерами ордена были и представители знаменитой династии Суворовых. Старший Василий Суворов, хотя и повоевал немало, но особенно знаменит своим умелым управлением такой перспективной провинцией Российской империи, как Восточная Пруссия, отбитая у Фридриха II. Сын Василия Суворова, Александр, генералиссимус, награжден вообще всеми тогдашними орденами России, кроме, естественно, женского ордена Святой Екатерины. Сын его, Александр, за почти 60 лет службы успел получить золотую шпагу с надписью «За храбрость в бою» и заслужить Александра Невского. За превосходную подготовку войск Прибалтийского края к отражению возможной атаки английского флота и десанта. Однако во второй половине 19 века за военную доблесть этим орденом награждали все реже. Все чаще его получали государственные мужи. Один из них описан в романе Толстого. Это несчастный супруг Анны Карениной. Он получил этот третий по значимости орден империи. Но когда? Когда для всех стало очевидно, что служебное поприще его кончено. И для него, и для сотен ему подобных, алая Александровская лента уподоблялась багряной заре заката карьеры. На Репинском полотне заседания Государственного совета алые ленты блещут обильно. На заседании этом с участием государя-императора Николая II отмечалось столетие совета. Шел первый год 20 века с его грандиозными переменами бытия всего человечества. Но еще до этих событий орденом Александра Невского был награжден тайный советник Менделеев с его таблицей элементов и другими заслугами. И действительный тайный советник Раухфус, легендарный детский врач, спасший тысячи детских судеб, отчаянно пытавшийся, с горечью осознавая беспомощность медицины, спасти от гемофилии маленького Алешу Романова. После Октябрьского переворота орден был упразднен вместе с другими царскими наградами. Но в 1942-м его учредили вновь для награждения командного состава Красной Армии. Орден стал чисто военным, каким и задумывался Петром I, но несколько изменил свой внешний вид. 32 тысячи офицеров его кавалеры, и все заслужили его в боях. В прежнем виде орден Александра Невского вернулся в государственную систему наград Новой России в 2010 году. Сегодня он такой же, как во времена Екатерин I и II. Лента чуть отличная, и статут иной. Им награждают за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, международного авторитета России, развития культуры, образования, науки и другие заслуги. Больше 250 награжденных.